В составе университета сегодня работает только 16 учебных факультетов. Работает два института повышения квалификации. Единственный в мире институт Конфуция по науке и технике. Это наша особенность, наша гордость, потому что мы единственные, кто занимается подготовкой не просто изучающих китайский язык, а изучающих научно-техническую лексику. В составе университета работает Международный институт дистанционного образования, опытный завод, научно-технологический парк «Политехник», лицей и множество других подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего университета. Мы активно участвуем в крупнейших мировых рейтингах. Несколько лет назад мы вошли в престижнейший научный рейтинг СИР. Но если брать только технические университеты, то мы уверенно войдем в 300 лучших университетов мира. Поэтому диплом нашего университета достаточно высоко котируется на международном рынке труда. Мы не испытываем затруднения с подтверждением нашего диплома в разных странах. У нас создано около 100 филиалов кафедр промышленных и научных организациях нашей страны. Некоторые кафедры имеют несколько филиалов кафедр на разных предприятиях. Что это нам дает? Мы имеем самую современную базу практик. Мы имеем возможность организации практических работ и лабораторных работ непосредственно на том предприятии, где многие будут работать. И что очень ценно, наши промышленные гиганты проходят техническое перевооружение где-то с темпом раз в 5 лет. И, естественно, в ходе перевооружения приобретается самое современное оборудование, которое только существует на тот момент в мире. И мы имеем возможность изучать это оборудование, работать на этом оборудовании, использовать дорогостоящий инструмент. И здесь нам помогают работники тех наших партнеров, где у нас находится филиалы кафедр. С точки зрения информационных технологий, конечно же, мы сегодня невозможно представить инженера, который не владеет информационными технологиями. Это даже не актуально об этом говорить. Каждый выпускник владеет информационными технологиями и способен применять им, приходя на работу в любую организацию. С Минским автомобильным заводом мы уже с сентября месяца реализовали для старших курсов подготовку по специальности автомобилестроения в том формате, когда несколько дней в неделю по специальным дисциплинам наши студенты старших курсов обучаются прямо на территории Минского автомобильного завода, и занятия ведут специалисты Минского автомобильного завода. Я только хочу, чтобы все поняли, какой уровень занятий. В числе преподавателей у нас главные конструкторы, ведущие конструкторы Минского автомобильного завода, то есть это руководители испытательного центра. То есть это самый современный уровень тех знаний, которые должны получить наши выпускники. Поэтому мы работаем на то, чтобы быть, может быть, не на шаг, а может быть, даже на два впереди.